дальше мы пойдем смотреть немецкое орудие ПАК-40 или ПАК-41. Сейчас узнаем. Вот тут табличка есть. Сейчас посмотрим. Что это? 105-миллиметровая легкая пулевая гаубица. А, это гаубица все-таки. А я что-то думал, что это пушка. Ну, орудие. Смотрите, вот такая вот. Такое вот дуло. Самая пушечка. Оп. Копчики такие каменные уже пошли. Хорошие. Еще с тех времен сохранилось все, смотрите. Может быть, конечно, в некоторых местах что-то делаю. Кстати, смотрите. КПР-173. Такое вот забрало, чтобы можно было, скорее всего, конечно, такой оптика стояла, с которой можно было увидеть танки там противника, ну, короче, цель. Такие вот колеса мощные, смотрите, вообще окостеневшие, резина. Конечно, должна быть плотной, но прям потресканная вот тут вот видно. Ну, видно, что с тех времен еще сохранилось. Сейчас. Сюда. Блин, еще дождь сильнее стал. Такая вот пушечка.